Всем привет! Сегодня я буду украшать новогодний тортик. И хочу сделать такое классическое украшение – шишки, пуансеттию и елочку. Пуансеттию буду делать насадкой листик галочка. Если у вас нет такой насадки, можно взять обычный листик номер 67, номер 70. Если нет насадок, вообще можно пакетик срезать треугольником. Вот прям вот так, как эта насадка. Крем окрашивала, краситель топ-декор красный. Вот смотрите, я окрашивала больше сам пакетик. Крем получается такой не очень красный. Для серединки срезала пакетик. И крем окрашивала желтый топ-декор и краситель Color Game цвет лайм. Можно любой зеленый. Главное, добавляйте совсем немножко. И для основы срезала пакетик. Вот сначала делаем основу. Немного насадку вставляю прям в крем. И давлю, давлю. И потом вот так отвожу в сторону. Давлю и в сторону. Мне нравится такой. Переделаю. Вот так получается 6 лепесточков. И теперь стараюсь делать в шахматном порядке. И лепесточки стараюсь делать не вверх, а в сторону. И еще делаю. Этот ряд поднимаю лепесточки вверх. Вот давлю и веду вверх. Вот так получается. И в серединке делаю такие небольшие лепесточки. Дополнительно окрашу сухим красным красителем. И делаю тычинки. Вот так получается. И снимаю. Шишки я сегодня буду делать насадкой номер 61А. Маленькая изогнутая розочка. Обычно я делаю насадкой номер 59. Это тоже маленькая изогнутая роза. Они по размеру практически одинаковые, но у них изгиб в противоположную сторону. Вот насадкой 59 удобнее лепесточки делать на себя. А вот этой 61А от себя удобнее. Вот этим они и отличаются. А так они, в принципе, похожи. И крем окрашивала краситель топ-декор коричневый. И также окрашивала больше сам пакетик. Делать буду на кремовой подушке. Можно делать на кукурузных палочках. Кто как делает шишки. Мне вот больше всего нравится на кремовой основе. И сначала нужно вот эту серединку закрыть. То есть делаем лепесточки такие. Один, второй и третий. И дальше по кругу. Вверх, немножко вниз. Вверх приподнимаем, вниз. Чуть вверх, вниз.
Стараемся делать в шахматном порядке. Можно вот так вот добавить крема, будет повыше. К низу можно их немножко открывать, лепесточки. И вот так получается. Бок торта я хочу сделать вязаный. Сделала из мастики вот такие вот заготовки. Делала их вот в таком силиконовом молде. Покупала в магазине Кондитер Ленд. Ссылочку оставлю под видео. Вязаный эффект еще можно сделать насадкой звездочка. Тоже будет очень красиво делать вот такие вот жгутики. И сейчас я их приклею. Взяла 2 пакетика крема. Здесь насадка номер 18, звездочка. Ней буду делать веточки. Здесь просто срезала пакетик. Крем окрашивала краситель Америколор номер 144. И вот здесь окрасила еще пакетик дополнительно. И буду устанавливать цветы, шишки и делать елочку. Вот так получилось. Я еще добавила сахарные бусинки зеленые. И еще у меня есть вот такая надпись, распечатанная на сахарной бумаге. Я ее приклеила на мастику, приклеивала декор гелем. И хочу вот сюда положить. Вот именно положить, не клеить, а вот положить. И приклеивать буду водой и кисточкой. Вот такой получился тортик. Покажу поближе.
Еще хочу показать вам свою елочку. Украсила себе кухню вот такой елочкой. Это пихта. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!